красивые мужчины заняты настоящим делом, комментирует одна из подписчиц фото Андрея Воробьева с Игорем Акинфеевым в инстаграме подмосковного губернатора. Пост открытия турнира имени Акинфеева в Бронницах набрал уже 8500 лайков за последние сутки. Тем временем речь Воробьева на этом самом турнире о планах по поддержке тренеров подмосковных спортшкол подтверждает это фото. Четверо счастливых обладателей первых сертификатов на покупку жилья по программе «Социальная ипотека». Историю Константина Дындына подробнее смотрите в этом выпуске новостей. Зарплата всех подмосковных спортсменов-бюджетников вырастет на 10% с 1 сентября. На 5 процентных пунктов выше у врачей, среднего медперсонала и работников культуры. Преподаватели профессиональных организаций и вузов станут получать на 5% больше. Молодым учителям и классным руководителям назначили ежемесячную доплату 5000 рублей, сообщил Воробьев в интервью российской газете, опубликованном в четверг. В Солнечногорске «Мерседес», в Химках «Хина». Строительство завода японского производителя грузовиков начнется в самое ближайшее время, сообщил губернатор Московской области. Сертификацию все автомобили будут проходить в крупнейшем испытательном центре, который появится в Дмитровском городском округе. Соглашение подмосковного правительства с правительством России и научно-исследовательским автомобильным институтом уже есть. Инвестиции в проект составят 100 миллионов евро. Андрей Воробьев сообщил о переговорах с корейскими автомобильными брендами, не называя, с какими именно. Цитирую: «Деньги либо тишину». Солнечногорский «Мерседес» практически достроился и уже готовит сотрудников в двух областных колледжах. Там обучаются порядка 300 человек. В первом квартале 2019 года завод намерен выпустить первую партию автомобилей. Административная реформа, включающая формирование городских округов на территории муниципальных районов, позволила сократить количество чиновников в Подмосковье за 5 лет примерно на 52%, до 11,8 тысяч человек, сообщил губернатор региона в интервью российской газете. Цитирую: «Сейчас у нас самое маленькое количество чиновников в стране – 15,8 тысяч человек на 1 тысячу жителей. И ежегодная экономия бюджетных средств, которые раньше тратились на задержание чиновников – 1,7 миллиарда рублей». Конец цитаты. Воробьев пояснил, что изначально в Московской области было 36 городских округов и столько же районов. Сейчас 56 округов и 11 районов. Первое главное преимущество городских округов заключается в том, что крупный муниципалитет может реализовать инвестиционные программы, неподъемные для маленьких поселений. И если посмотреть на рейтинг муниципалитетов, которые мы обновляем каждые 3 месяца, то можно заметить, самые успешные, богатые и благополучные – это городские округа. Конец цитаты.